Сегодня в Ленинском районе столицы республики вручили ключи от квартир детям-сиротам. Жилье получили 16 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Артем Назаров в этом году закончил школу, собирается получать высшее образование. Долгое время он жил с опекуном в частном доме. Теперь сможет жить отдельно и самостоятельно. Я очень рад. Этого не передать словами. Столько эмоций. Я просто поражен. Жилье было приобретено на федеральные средства. Минрегион установил цену в 28 тысяч, а жилье в этом году в Чебоксарах стоит уже 41 тысячу. Квартиры приобрели в новостройках по улице Чернышевского и Болгарстроя. Мы квартиру посмотрели. Действительно, квартиры комфортабельные, ну, можно сказать так, можно зайти уже жить. Сегодня 16 счастливчиков получили ключи. В канун Дня Республики жилье получит еще 49 детей-сирот. Узнали, да? Побывали же? Самое главное, вы в данный момент не делали ошибок в своем жизненном пути, правильно распоряжались своим имуществом, ну и чтобы действительно у вас были счастливые семьи. Всего в этом году в Чебоксарах квартиры получат 102 молодых человека, оставшихся без попечения родителей. Татьяна Молокова, Игорь Поручиков, Евгений Анисимов, Республика.